И вновь возвращаясь к дате дня. К 175-летию великого Абая были запущены челленджи по чтению его творений. Дал старт этой эстафете президент страны Касым-Жомарт Токаев. Челлендж поддержали также в странах СНГ и за рубежом. Известный актер Джеки Чан продекламировал стихи Абая на китайском языке. Посол США в Казахстане Уильям Мозер на английском. 无风夜晚月儿明，月光在水面颤动，傲乐盘古幽深，河水奔腾在咆哮。В Японии также отдали дань уважения классику казахстанской литературы, исполнив его песню «Көзімнің қарасы». Oh,